театр Гешер, который действительно стал мостом между израильской и русской культурой, между нами, выходцами из бывшего СССР, и этой страной, празднует сейчас свой 20-летний юбилей. Театр и юбилей отмечает ярко, по-театральному. Небольшой оркестрик во главе с композитором Ави Бениамином встречал гостей музыкой и спектаклей. Вот они, почти все созданные за 20 лет. Гостиная из трех сестер, сверкающее красное авто, то самое из Бабелевского города, обгоревшая, как рукопись мастера, программка «К дьяволу в Москве». Эти спектакли покорили многие мировые сцены, но вначале нужно было покорить Израиль, что намного сложнее. Собственно, для этого они и приехали в 90-м году. Группа молодых московских актеров, выпускников ГИТИСа, вместе с учителем, талантливым и уже известным режиссером Маяковки Евгением Марье, создать в Израиле, как когда-то Габимов в 20-х, свой самый лучший театр. Прошел какой-то очень важный, очень серьезный период, очень разный на самом деле. Начало – это период, когда надо было, во-первых, выжить, доказать, что мы из себя что-то представляем, что мы можем быть интересны публике здесь, что мы представляем театр определенного уровня и определенного очень направления. Арье – ученик Толстоногова, и уровень был задан уже первой премьерой. Свежей динамичной постановкой пьесы Стоппарда «Розенкранца Гильденстерн мертвы» в переводе Осипа Бродского. К тому времени к новой группе присоединились актеры московских, ленинградских и рижского театров. «Розенкранц» – это была вспышка. После «Розенкранца» была уверенность, что да, здесь будет театр. Будет, получится. С трудом, но пошел. Это был бесспорный успех и в Израиле, и на престижном фестивале «БАМ» в Нью-Йорке. Ну а затем переезд из развалюхи в свой собственный дом в Яффо, десятки блестящих спектаклей. Достоевский, Чехов, Мольер, Шекспир. Один из самых ярких экспериментов Гешера – спектакль по роману Йорама Конюка «Адам, сын собаки» о еврее-клоуне в годы катастрофы. Его играет на арене цирка Шапито. Еврейская тема в Гешере на особом месте. Спектакли по Бабелю и по романам Нобелевского лауреата Исаака Башевица Зингера – одни из лучших. «Рак» в 2003 году получил сразу 5 «Оскаров» Израильской театральной академии. Вот сейчас, когда мы делали эту выставку, очень разноречивые чувства и грусть, и некая гордость за то, что мы сделали. Просто вдруг видишь все наши спектакли. Герои некоторых из них расхаживали среди публики, рассказывая разные театральные байки или произнося бессмертные монологи. Это «Дело Дрейфуса». Был такой спектакль, второй по счету. И я там играл такого парня еврейского в польском городке, в театрике, в котором они собирались ставить пьесу по Дрейфусу, по поводу этой истории. И вот я там, будучи сапожником, одновременно играл роль Дрейфуса, офицера французского. Этот спектакль играется только на иврите? Нет, когда-то мы играли, вот, в частности, этот спектакль и по-русски, и на иврите. И вообще первые спектакли, они были и на русском, и на иврите, а сейчас уже все на иврите. Лама шело юра ла бамат има шел Дрейфус. Хаяль, хаяль. Бни роце льет хаяв, а лама, ма хатати. Чувства еврейской мамы Дрейфуса понятны и без перевода. Но все же было некое сожаление, что Гешер очень быстро перестал быть нашим, русским. Ничего не поделаешь.
Миллион своих зрителей из бывшего СССР приехал не сразу. И чтобы не оставаться иммигрантским и маргинальным, театру нужно было завоевать израильскую публику и ставить спектакли на иврите. Я хочу вам сказать, что когда я играл «Идиота» в 92-м году на иврите, я считаю, что я так никогда в жизни не играл так хорошо. Иврит мне лично очень сильно помог. И мне очень эта атмосфера этой страны, я, чтобы вы только не восприняли это как это называется, что я ярый сионист, я вообще не про это говорю. Я говорю про внутренние ощущения актерские, который выучил язык и на нем начал играть спектакль. И я хочу сказать, что это было очень интересно. Это было как будто прорыв в какой-то другой мир вообще. «Идиот» Достоевский на иврите. Сейчас Гэшер, пожалуй, единственный в мире театр, где одни и те же актеры играют на двух языках. Более того, по-русски, если надо, играют и пришедшие в Гэшер выпускники израильских театральных школ, уроженцы страны. Это тоже смелый и успешный эксперимент. Но остался ли Гэшер тем театром, которым был задуман и которым был в начале? Ну, вы знаете, плата ведь существует всегда. Театр – это искусство, которое должно существовать сегодня. У нас нет шансов, как у писателей или художников, что кто-нибудь через 100 лет оценит то, что мы делали. И это искусство демократичное, поэтому здесь важна мера. Принцип наш – не следовать за публикой, а быть на один шажок впереди. Ни больше и ни меньше. Это мы стараемся делать вне зависимости от того, приходит ли к нам русскоязычная публика или ивритоязычная публика. Театр должен развиваться и жить дальше. И приходят новые актеры. Есть очень сильные израильские актеры, очень сильные актрисы и актеры. И они, как ни странно, вот казалось бы, израильтяне, но ты видишь, что они актеры театра Гэшер. И старые и новые актеры Гэшера очень универсальны. Прекрасно поют и танцуют. Гвоздем сезона 2000 года стал мюзикл «Дьявол в Москве» по «Мастеру и Маргарите» Михаила Булгакова. Боланда играл сам Хаим Тополь, легендарный скрипач на крыше. Еще один потрясающий спектакль – вариации для театра с оркестром «Зримая песня». Солнце нежно с морем прощалось, в этот час ты призналась, что нет любви. Мне немного взгрустнулось, без тоски, без печали, в этот час прозвучали слова твои. Есть какой-нибудь, может быть, самый любимый экспонат? Ну, естественно, речь идет о самом удачном, самом родном спектакле. Может быть, первый «Розенкранц и Гильденстерн. Мертвые». Но потому что это был первый, самый трудный спектакль, который делался в полную неизвестность. Мы не знали абсолютно, что нас ожидает. Может быть, самый рисковый спектакль из всех. И потом первый. А готовы ли вы рисковать так, как прежде? Да, я готов. Здесь другая проблема. К сожалению, на сегодня вся система театра, я бы даже сказал, культуры, складывается таким образом, что, в принципе, театры имеют все меньше и меньше права на риск, потому что это связано с тем, что в следующем месяце, может быть, я не смогу заплатить зарплату актерам. Я вместе с генеральным директором нашим, теперь Леной Хранительной, ответственен и за это. Поэтому, конечно, рисковать сегодня становится все труднее и труднее. На руках носят, денег не хватает. Конечно, это трудно. Конечно, каждый день в театре – это как на бой. Я работаю в нем 20 лет.
Я умираю от волнения, когда я вижу все экспонаты этой выставки, на которой мы сейчас находимся. Для меня каждый спектакль – это не просто спектакль, это кусок жизни. Поэтому такие праздники, они очень помогают это выдерживать. Когда такой праздник, когда открытие, когда люди приходят, говорят: «Вау, мы не думали, что это так». Это очень здорово, потому что это дает энергию на еще пару месяцев боев. Гешер – театр режиссерский, авторский, чей век, как правило, отмерен творческой молодостью его основателя и художественного руководителя. Говорят, это лет 10, а то и 7. Так что Гешер уже в солидном возрасте. Три срока. Три срока, которые должны... Взлет-падение, взлет-падение. У вас уже три срока? Вы знаете, поскольку мы родились из группы иммигрантов, и поскольку мы приехали в другую страну, мне кажется, что законы другие. А потом, конечно, театр меняется. Он был один первые 7 лет, другой вторые 7 лет. Сейчас кончаются третьи 7 лет. Так жив Курилка или нет? Жив. Жив, 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 жив. Жив. Даже судя по последнему спектаклю, который я считаю, 6 персонажей в поисках автора, хороший спектакль. Вы благодарны Гешеру за то, что он позволил нам продолжать любить театр. Не ностальгически, а приходя в течение 20 лет на замечательные, интересные спектакли. Много будней, много радости, горя, когда уходили наши товарищи. Это действительно очень большой срок, но пролетело все как одна минута на самом деле. Если говорить о будущем, конечно, я надеюсь, что театр и сейчас меняется уже. Я надеюсь, что вот так обновляясь, мы проживем еще какое-то время. Ну, если следовать Габиме, то еще очень долгое время.